А вопрос про предназначение, есть ли оно, и вот то, кем ты сейчас являешься, это твое предназначение, и вообще у всех оно есть, если оно есть вообще. Спасибо большое. Когда человек говорит о предназначении души, на самом деле у души нету предназначения, кроме любви. У души единственная энергия – это любовь. Смысл жизни, смысл и предназначение жизни – это уже ума, у личности. Смысл – это ум. Состояние – смысла. Состояние – смысла. Смысл жизни – состояние. И вот как множество троп, которые ведут на одну и ту же вершину горы. Разные смыслы жизни ведут к одному и тому же состоянию – это любовь. У души единственное предназначение – вкус, засиять, любовь. Но душа в личности, а личность уже через свои аспекты понимания любви приходит к этому трансцендентному безусловному состоянию.